В марте этого года администрацией Ленинского городского округа был создан хоккейный клуб. Игроков набирали со всей страны. Это профессиональные спортсмены до 21 года. Сейчас ребята борются за призовые места чемпионата национальной молодежной лиги. В перерывах между играми юноши тренируются и не забывают об общественно полезных инициативах. Были две тяжелые домашние игры. Мы играли с лидерами своей группы. И одну выиграли. Одну проиграли, к сожалению, с небольшим отрывом, немножко не повезло дать. Решили ребятам отдохнуть чуть-чуть. Ну, вот такое, так сказать, мотивационное движение. Вооружившись граблями, спортсмены вышли на своеобразный субботник. Убрали от опавших листьев территорию вокруг Георгиевского храма города Видное. Совсем справились, все с улыбкой, все классно, все здорово. Прибрались, помогли главному храму города. В целом, конечно, это сплочает нас, и все у нас хорошо. Спортсмены собрали десятки пакетов с листьями и придали территории ухоженный вид. Вообще, у руководства хоккейного клуба грандиозные планы. В рамках чемпионата своей группы ребята уже показывают хороший результат. По мнению экспертов, состав команды подобран многообещающий. Проведем колоссальную работу. Я думаю, что в конце сезона поборемся за кубок. И даже больше, на следующий год, скорее всего, если у нас получится, у нас будет еще одна взрослая команда. Как раз основная группа наших хоккеистов в следующем году уже может играть за взрослого, потому что за молодежку уже не может играть. У них уже будет больше 21 и уже будет играть взрослые. Поэтому мы их основной костяк собираем, берем туда и еще ищем молодых, но тоже перспективных хоккеистов и собираем взрослую команду, которая будет выступать на чемпионате России в высшей хоккейной лиге. Сейчас же на базе клуба уже создана детско-юношеская школа, где с малых лет будут растить будущих звезд хоккея. В итоге должен получиться полноценный возрастной цикл подготовки спортсменов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.